Привет, друзья! Сегодня утро просто очень интересное. Значит, проснулась я, спускаюсь, думаю, посмотрю своих улиток, вот, что они съели за ночь. Открываю, значит, контейнер и вижу такую картину, ребят. Смотрите. Я сначала подумала, интересно, улитки спят в обнимку. И я так понимаю, что они вот прям вот спариваются. Это вентрикозы леуцисты, новые улиточки мои. Вот, видите? Так что прошло всего лишь 2 дня, а улиточки решили, что им очень понравился мой контейнер, как я все это здесь обустроила, и решили отложить яйца, собственно, создать потомство. Вот так вот. Смотрите, улиточка уже просыпается, рожки вытаскивает свои. Ну, скривленная мордашка такая. Я их, видимо, потревожила, она только прям скривилась. Такие вот улитки. Вот вы видели это вообще? Ложу их на место. Ну, посмотрим, может быть, они отложат яйца скоро. Прямо в мох сюда. Ребят, смотрите, у меня здесь просто мох. То есть я не ложила никакой грунт. Вот. Ну и тарелочка с едой, это... Знаете, что это вообще? Может, даже чуть-чуть они погрызли. Тут даже подпортилось, что ли. А, нет, это вообще... Ну, в общем, это этот патиссон. Я, конечно, сейчас это все, да, я беру, не буду я, в общем, даже это ложить. Немножко еда подпортилась. Вот. Они погрызли патиссончик. Вот такие вот улитки. Ладно, ребят, еще увидимся. До новых встреч.